И всем снова доброе утро, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Сегодня у нас на обзоре будет вот новые ботиночки. Но в нашем магазине они приходят каждый год. Решил обновить, так-то у меня есть на них обзор, но где-то очень далеко. Ребята, эта моделька будет называться Delson 2.0 Кемпер. Артикул 21.00.24 Хаки. Ценник у данной модели 5500 рублей, ну, почти 5600. Верх выполнен 100% текстиля, подкладка текстиля. Значит, давайте сразу отметим, друзья, что эта модель не имеет вообще никакой искусственной кожи, ни натуральной кожи. Это чисто текстильные такие ботиночки, полуботиночки, предназначены на сухое время года, на лето от плюс 15 до плюс 25 градусов. Вот. Также эта модель имеет маркировочку «Веган». То бишь подходит людям, кто не приемлет кожу животных в обуви, да, и в одежде. Также в этой модели используется та же самая стилечка Yoga Mat Arch Fit от фирмы Skechers. Многие ее знают, то есть с супинатором. Так вот они выглядят. Одна моделька, то есть две расцветки, да. Одна моделька вот в такой вот джинсовой расцветке, хорошо подойдет под джинсы. Качество проклейки отличная, вообще клея не видно. В этом плане вот Skechers молодцы. Delson, они, конечно, очень-очень из года в год. Модель такая довольно-таки популярная, и косяков за ними заметно не было. Подкладка здесь тоже текстиль. И вот такая вот модель в коричневом цвете. В принципе, и в коричневом, и в синем цвете довольно-таки неплохо смотрится, что я хотел бы заметить. Довольно-таки стильно. Очень, кстати, хотел бы заметить промежуточную подошву. Она довольно-таки мягкая. Но подметки здесь нет. Вот таким вот протектором она выполнена. Вот. То, что нет подметки, это, конечно, минус. Но зато это обеспечивает легкий вес данной модели. Давайте я их померяю, друзья. Посмотрим, как они будут смотреться на ноге заодно. Ну что, друзья, это однозначно топ. Очень удобные, комфортные. Самое главное, широкие, друзья. Еще тут очень важный момент. Skechers избавились от шнуровки. Они сделали вот такие вот резиночки. То есть это не шнуровка, это резинки, друзья. Вы просто вставляете ногу и все, и пошли. И они довольно-таки надежно фиксируют. Очень правильное решение. Не надо шнуровать, просто чик надели и пошли. Прям вообще 10 из 10. Отличные полуботиночки, широкие. Стилька отрабатывает на ура, memory foam, йога мат супинатор присутствует. Друзья, однозначно отличные, отличные ботиночки под джинсы для выхода в город, в парк, куда-то, да, погулять летом. Однозначно must have. Просто приходите, померяйте. Если понравится, прям сразу, не задумываясь, друзья, приобретайте. Советую. Но не знаю, как по возрастной категории, конечно. Тут, скорее всего, 30 и выше.
Вот, но это уже каждый выбирает сам. Мое дело было вам показать, друзья. Модель приходит из года в год и пользуется довольно-таки хорошей популярностью в нашем магазине. Ну и лично мне они нравятся, так как бы неплохие такие. Вот, еще, может быть, придут. У нас сейчас на складе много обуви. Там почти вчера машина пришла. Ребята разгрузили, но еще не выдали в зал. Поэтому, думаю, намечается довольно-таки много обзоров новой коллекции, друзья. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые коллекции, новые видео и новые обзоры, друзья. Если будут какие-то замечания, пишите в комментариях и вообще пишите, понравилась ли вам эта модель. Лично мне она очень зашла, друзья. Отличная стильная моделька, ну тем более в двух цветах, прям супер. Все, друзья, на этом буду заканчивать. С вами был Михаил, увидимся в следующих видео. Всем до новых встреч.